Европейская комиссия сообщила, что глава ее генерального директората по транспорту и мобильности попросил снять его с этой должности. Хенрик Хололей стал фигурантом внутреннего расследования. Выяснилось, что этот эстонец несколько раз летал бизнес-классом в Катар за счет властей этого государства в Персидском заливе, когда его подчиненные вели переговоры с авиакомпанией Qatar Airways о воздушном сообщении между ЕС и Катаром. Пресс-секретарь Еврокомиссии сообщил, что Хололей остается в ее штате. At his request, the college has decided to appoint Hennek Hololei, who is currently the Director General for Mobility and Transport, to the position of hors-class advisor, as the position is called in the Director General for International Partnerships, and that this decision is effective as of the 1st of April. Просьба Хололея об отставке вызвала вздох облегчения в Еврокомиссии, которая вначале не увидела нарушений в его бесплатных путешествиях рейсами катарских авиалиний. Его командировки были санкционированы и проведены по установленному порядку. Сам чиновник заявил об отсутствии у него конфликта интересов, но затем вспыхнул коррупционный скандал в Европейском парламенте из-за того, что Катар якобы заплатил крупные суммы денег некоторым депутатам за принятие выгодных ему политических решений. В связи с распространением Катаргейта на орган исполнительной власти, общественность стала требовать большей прозрачности институтов Евросоюза. Депутат от немецких «зеленых» не хочет, чтобы Хололей легко отделался. That's up now to the Commission services to determine that. But I think it clearly shows we cannot have director generals that authorize their own exception of free flights or gifts or whatever, independent oversight. And when the rules are broken, there need to be sanctions, not just a reshuffle where people move to another job with the same pay. Борцы с коррупцией призвали расследовать контакты Хололея с представителями Катара и назвали слабым кодекс поведения брюссельских чиновников. Еврокомиссию попросили раскрыть всю информацию о деловых поездках.